А где проживаете там? В какой деревне? Ну, просто это та же самая группа, которую привезли сейчас из деревни. В какой деревне вы проживаете, говорите? Девушка, я у вас, точнее. Седьмой микрорайон. Седьмой микрорайон проживаете? Угу. Так, а ваша дорогая подруга только что сказала, что вы ее привезли из деревни. Живет она там в деревне? Я не в деревне живу, я в деревне. Все на одной машине. И все на одной машине приехали. И в курсе вы про административную ответственность. 30 тысяч рублей вместо тех 500, что сейчас получили. В курсе, да? А в каком магазине батон вы работаете? Возле вас. Здесь, да? Угу. Хорошо. Хочу отдельно специально посмотреть и обратиться в магазин. Как-то нумеруются эти магазины, нет? Угу. Просто по адресу, да? Слышишь, раз ваша группа в полосатых купальниках бросила. Угу. Да чтоб ничего в ней не додумались, как стоять и обсуждать под окном избирательной комиссии, как будете голосовать. Ой.